Почти 60 административных комиссий проверяют торговые точки, такси и людей во Владивостоке на предмет дезинфекции и соблюдения масочного режима. В супермаркетах всегда большой поток покупателей, поэтому в таких местах высока вероятность заразиться коронавирусной инфекцией. Большинство людей в масках, но и без протоколов не обошлось. Необходимо соблюдать всеобщий массовый режим и в помещении, особенно там, торговые, там, какие-то услуги, которые оказывают социальные, допустим, помещения, соблюдать и носить маску. Но все же посетителей без масок мало. Владивостокцы понимают всю серьезность происходящего. В общественных местах всегда одеваю маску. Но я редко куда хожу, только в магазин. Люди должны относиться к тому, что государство защищает нас от этого и соблюдать все эти правила, которые они предписывают. Где есть вероятность заражения, там мы обязательно одеваем. Подобная проверка – не единичный случай. Работа административной комиссии продолжится на время пандемии. Главная задача – остановить распространение коронавируса. Нарушители же режима привлекают к административной ответственности. Дмитрий Беломестнов, новости на Восьмом.